Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Слушай, никогда не задумывалась. Вот мы понимаем, сознание более высокого порядка и так далее. Мы ушли, нам было тяжело. Как провести человека туда? Ну вот мы будем давать там громоздкие эти курсы, да, на которые, наверное, ну, будут люди, кому тяжело, будут люди, кому не тяжело прийти, да, и учиться. Но это все-таки, вот это программы надсознания, подсознания, это такие действительно очень мощные программы. А как человеку, обывателю, дать хотя бы прикоснуться к тому, что у сознания есть разный порядок, чтобы он осознавал вообще, о чем речь идет. Угу, угу. Потому что для него сейчас сознание более высокого порядка – это сказка во плоти. Угу, угу. Ну, да. Если посмотреть с позиции более высокого сознания на низкое, вот такой какой-то курс, зайти с позиции Бога и посмотреть на тело, курс, ну, это по здоровью, но это как-то, ну, не то немножко. Я бы какую-нибудь однодневку сделала такую, чтобы у человека конкретно работа с сознанием. И посмотреть. С обратной стороны. С обратной стороны. Болезни рассмотреть. Болезни, Сань. Слушай, это идея. Если посмотреть болезни, сознание болезни с призмы тела человеческого. Сознание болезни именно с призмы тела, физического тела. Сознание болезни. Получается, это предыдущий слой, разделяющий во времени, и типа это коллективный слой к слою бактерий, вирусов, к слою вот этому сознания низшего порядка. И если человек это научится видеть и осознавать, да, то ему будет легче увидеть и осознать, что мы являемся такой же бактерией для более высокого порядка. И тогда наше коллективное бессознательное – это болезнь. Такая же болезнь. Болезнь для осознания более высокого порядка. И когда это видишь и осознаешь, мы-то осознавали через болезни. Заметь, мы через болезни осознавали сами. Смотри. Через опыт, через бессознательное, через болезни. Смотри как. И мы сами это осознали, и поэтому мы смогли залезть сверху, развернуться и увидеть. Она боится спрыгнуть. Боится спрыгнуть. Беги, девочка. Угу. И поэтому мы, если мы вот так с точки зрения сознания подойдем, не просто там, ребят, мы вам расскажем о чертях, да? Не-не-не. Это глупо. Mm-hmm. Мы вам расскажем о чуме, о шумерах. Это глупо. Нет, mm-hmm. Это не об этом речь. Хотя, видишь, для болезней коллективное, бессознательное, это и черти, и шумеры, и всякая такая херня, которая там будет. Но это не про то. Мы не туда пойдем. В принципе, для нас это нижний мир. Но тогда этих нижних миров на каждом уровне. И они продолжают, кстати, создаваться. И еще. Продолжают создаваться. Создаваться богами, блин. Если с разворота... Слушай, так мне даже самый интересен этот курс. Потому что мы-то это все прошли через свой опыт. И смотри, этот курс, он может дать и нам много. Угу. А давай мы проработаем его. Давай. Давай мы поставим. Проработаем. И действительно, если мы его прорабатываем, то тогда появится курс болезней. Тут появится курс болезней. И знаешь, что появится? Осознавание. Болезнь. Прослойки. Прослойки. Коллективного. Между, да, которая сейчас... Которая регулирует разницу времен. Да. Да. И с этого можно заходить. Да. Потому что у болезней да. И у нас по-разному течет время. Абсолютно. Потому что у бактерий по-другому течет время. Там дельты. Офигенно. Слушай, я уже даже понимаю, о чем речь пойдет. Прикинь, какой курс.
Я пока не знаю только, как это дать. Опять не знаю, как это дать. Кстати, заметь, сколько раз мы уже втыкаемся в то, что мы не знаем, как это дать. Мы это осознаем сами, как подвести человека, это надо, чтобы он осознал. Это надо дать еще ему и состояния, в которых он это сможет осознать. А через какие состояния здесь зацепиться? Тебе хочется туда нырять? Да мне пофиг. Ну, оно сейчас пофигу. Я понимаю, что после всех блевотин и всего, что ты выводила, это уже пофигу. Но... Мне интереснее, конечно, другое. Конечно, да. Но я просто осознаю и сильно осознаю, что этот... На самом деле мы, когда с тобой окунемся в этот курс, мы для себя тоже что-то откроем очень серьезно. Смотри, если вот этот человек осознал, угу. то эту же группу людей можно даже в самом конце курса. Так переставить, да? Переставить. Перевести. И, ребята, а теперь загрузите информацию. Класс. Вот это тогда интересно. Даже как эксперимент интересно. А самое главное, что интересны те озарения, которые будут. Угу. А будут озарения. 100%. Я уже чувствую. Потому что они уже чувствуются. Как только вот только коснулись мы. Это как познать суть сути. Да. Более высшего порядка, а здесь познать. Суть сути низшего порядка. А если ты познаешь суть сути низшего порядка, ты управляешь им 100%. Так вот, я только хотела сказать, смотри, как только ты осознаешь суть низшего порядка, вспомни, как мы вышли на высшего порядка сути, да? Как только она осознала, что произошло у нас. Вот. Вот. Здорово. А когда ты осознаешь, она становится для тебя заметна, то это как, видишь... Дорогой, ты куда пришел? Вали отсюда. Да. Бог приказал. Да? Потому что ты автоматически научился синхронизировать время, убрав коллективную вот эту прослойку. Фольгу, разделяющую разные уровни. Блин, понимаешь, когда принцип действия понятным стал, сейчас понимаешь, что ты можешь ходить в любую сторону. Хочешь нижний мир, на тебе нижний мир. Хочешь верхний мир, на тебе верхний мир. Тебе сколько верхних или сколько нижних? Это легко. При одном условии, при условии расширения легкого по тетрайдерам. Симуляция. Без этого не будет. Когда ты играешь легко. Потому что если ты цепляешься и расширение не наступает, тебе будет сложно в верхний ходить. В нижний легко, а в верхний сложно. Но если ты не расширяешься, в верхний сложно, в нижний легко. Но при этом, если тебе верхний сложно, то в нижнем тебе тоже будет сложность появиться. Где-то будет затык, который... будет ставить ограничения. Ну, то есть ты сам будешь где-то в каких-то местах будешь ставить. Заставит расшириться. Да, 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 да. Заставит однозначно. Просто, а когда ты... Вот, блин, смотри, что мы делаем сейчас курсом болезни. Заставляем людей расширяться. Вот именно, понимаешь, заставляем, Наташа. Именно, получается, заставляем. Курсом здоровья мы предлагаем им добровольно. А курсом болезни заставляет. Как и болезнь. Ты же заходишь с этого сознания. Что делает болезнь? Заставляет. Поэтому в переотражении пойдет, заставляет. Невероятный курс. Я уже хочу. Его еще нету, да. Еще только идея возникла. И заметь, мы ломаем экстрасенсорный стереотип, который говорит, не произносите, держите внимание только на здоровье, и тогда будет здоровье. Прекрасно. Когда ты осознаешь здоровье, когда ты осознаешь внимание, когда ты осознаешь болезнь, держи внимание где хочешь.
будет так, как ты хочешь. Когда ты знаешь разные позиции. Это все разные позиции восприятия, абсолютно управляемое восприятие. И когда ты с ними знаком, они тебе уже знакомы, и ты знаешь, на что они способны, как это все у тебя, ты вот становишься рукой играющей. Да. И в данном случае ты будешь познавать играющую руку для сознания другого порядка. Да, да. Слушай, это вообще гениальная идея. Это гениальная идея. Тем более, она уже имеет под основу опыта практического. Мы это делали, мы туда ходили, мы это знаем. Мы это знаем. И это осознанно. Да, 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 да. И получается, блин, четко получается, мы заставляем человека на этом курсе. Тупо заставляем двигаться, расширяться. Не, уже не предлагаем. Не предлагаем. А заставляем. Слушай, тогда этот подход можно будет сохранить. Блин, Ирка, это то, о чем мы сегодня с тобой говорили. Когда ты осознал сознание высокого порядка и пошло движение навстречу. Какие добровольные предложения? Тут так есть воля моя. Ну, заметь, когда мы туда шли, мы волей моей фиксировали, а когда мы идем обратно, так есть. Фиксировать не надо, оно само течет. Я осознаю. Это вообще, это невероятные штуки. Это движение в обратную сторону. С другой позиции восприятия. И точно так же мы человеку просто покажем, что есть другая позиция восприятия. Хочешь, чтобы у тебя получалось, вот, осознай, а потом перенеси сюда. Потому что вот отсюда это действительно сложно. Это реально очень сложно. Это реально огромная работа над собой годами. А отсюда ты сейчас можешь. Потому что ты знаешь, что такое болезнь. Ты знаешь, что такое микробы. Ты знаешь, что такое твое тело. Ты знаешь, что такое твое сознание. Хотя бы приблизительно. Ты, наверное, где-то можешь хоть чуть-чуть чувствовать себя. Хотя зачистить придется основательно. У нас будет одна проблема. По сути, человека. Это самая яркая проблема. Но я даже знаю ее решение. Блин, я даже знаю ее решение. Это будет бомбовый курс по расширению сознания принудительно. А у нас это тренирует позицию Бога. Угу. Угу. Доверие к себе. Даже слово доверие сейчас не подходит. Потому что доверие к себе уже есть. Вера вся есть. Знание. Знание себя. Знание себя. Новая грань. Знание себя. Потому что все, что касается веры, доверия и так далее, когда я говорю «так есть», то у меня даже сомнений не возникает, что это будет проявлено. Потому что за спиной опыт уже стоит. А когда знание себя, да, именно знание себя. Да, знание себя. Потому что знание касательно проявленных каких-то моментов относительно других людей, у нас уже опыт есть, угу. Относительно себя. Классный курс, вот это да. Слушай, вот это зацепили. Вот хорошо, это что мы сегодня да. Посидели по это вот, подумали на эту тему. Вообще. Офигеть. Я так как-то, я понимаю, что у нас очень плотно упаковано расписание. Я новых программ специально сейчас не ставлю. Но есть путь, который мы проделаем своевременно. Есть вещи, которые надо успеть отдать для того, чтобы двинуться дальше. А как только мы с июня перейдем полностью на коллективное, и курсы останутся только в записи, то вот эти части уже должны быть полностью осознаны. Угу. Смотри, посмотри страху в глаза.
фраза «Посмотри страху в глаза». Курс болезни. Это об этом. Это посмотри об нижнему этом. Миру в глаза. Глаза. И все. Да. Ой, какой курс, как мне уже интересно его провести. Угу. Осталось программу разработать. Мы понимаем, о чем и как. А психотехническую базу еще попробуй собери. А психотехническая будет база аналогичная, как мы шли. Надо будет это все систематизировать. У нас еще кусок работы, если мы его вдруг захотим анонсировать. Я пока не буду анонсировать. Угу. И если мы его захотим анонсировать, то у нас психотехническая база капец. Надо выделить на это время еще подумать. То есть это в осознавании у нас. Угу.